привет. Не холодно? Не, нормально, Валера. Привет. Дима. Что, у меня наоборот нормально, классно. Сегодня ветерок такой. А как оденусь, так наоборот. Я как бы так, у меня лучше холод, чем жара. Ну, жару вообще не могу. Знаешь, как одеться, потеешь. Стоял. Не, ну раньше, когда был там моложе, пофиг было. Что, поедем? Ну да, только мы туда. Ну я не знаю. Поедем через Гринок. Я еще. Ну, мне хвалили, там какие-то подкопы там что-то не сделали. Подкопы это вообще опасно. Ну вот я. Ну это было в прошлом году мне рассказывали. Сейчас я не знаю, может там еще больше сделают. Но я не знаю. Там, говорят, такие здоровые, там овчарки, говорят. Пашка, они там не влазят, ты знаешь, как тут забор. Не, ну просто я мне так, как сказали, так я передаю. Так это на самом деле группа в Телеграме, там как-то Варшавел называется. Так там, говорит, один говорит, поехал, больше туда не поеду, говорит, чуть не сожрали. А ну да, почти я не было. Там четыре штуки таких здоровых, как медведи. Ну да, да, мне они тоже рассказывали. Ну что, ну не забор повалит. Они перепрыгнут, так я массивно не перепрыгну, буду на забор полить. Как поедем, так поедем. Ну, не знаю. Давай так можно как-то. Да, я раз помню, какой-то Сорши, когда он купил этот велик, это было к этому, в 15-м или 16-м году. Так за мной гналась. Это уже ночь была уже. А у меня ни фары, ничего нету. Там фуры отсвечивали. Так кавказская за мной бежала. Резко с угла там. А черный все перед глазами. Как бы не очень впечатления такие были. С горочки я от нее. Она за мной бежала, это метров 200 хороших, наверное. Я у нас купил перцовый баллончик. Вот недавно. Какой, струйный или какой? Кто? Кто? Сюда? Куда? Дай просто. Ну давай сюда. Так он говорит, от собак, говорит, и от некоторых двуногих. Ну, знаешь, тоже катается. Я смоленский тоже купил. У меня такая была история, я в Смоленское подземелье поехал. Ну ладно, там переночевал, два дня там был. Потом, короче, там была какая-то стояночка такая. Захожу, а там три такие. Не кавказская, может, ну, какая-то бойцовская, не знаю, какая порода. И такие, на меня идут три, такие, уши окровавленные. У меня был нож, думаю, а рядом это-то, ну, озеро. Думаю, блин, а что делать, никуда, они меня окружают. Я там же их свистеть, им они нифига, такие, что начинают рычать еще. Ладно, там мужик какой-то подходит, а он, видимо, этот был охранник, говорит, да не бойся, все нормально, говорю, ничего себе. Уши окровавленные, на драка была. Это они добрые, да, они же добрые. Ой, блин, это мне запомнилось хорошо. Так, блин, а мне так как-то страшновато. Там три были такие здоровые, бойцовские. Не знаю, как их порода, блин, что-то. Там бы перцовый не помог бы. Ну ладно, одну, а там их трое, бля. Они швертки. Я перцовый себе купил, пока я им, говорю, не воспользовался. Сколько стоит он? Ой, я Смоленский покупал, был он то ли 300 рублей, то ли 250, я не помню. А тоже на вас продались? Есть, да, есть у нас. В этом, на Советской, как это называется, охота, вот это там. Надо тоже приобрести. Что там, я говорю, я объездил всю Беларусь, ну не всю Беларусь, но большую часть. Я в таких ситуациях был, лазил.
в Смоленске тоже помню, ну, на окраине там, ну, думаю, там, ну, небольшое было озеро, ладно, думаю, как-нибудь переночую в палатке. Ночью, короче, а там, видно, там был костер, видимо, там какие-то мясо жарили, что я, ну, вечер был, не заметил. Сплю, возле моей головы рядом в палатке, хрусь, там, видно, собака какая-то, ну, эти кости ела. А мне сказали до этого, что там выгуливают, могут быть, и бойцовские эти собаки. Блин, а у меня аж сердце заколотилось. Ну, сейчас, думаю, сейчас рвать будет палатку. Блин, вот это да. А ты в Гервятах был ни разу? В Гервятах был? Это Гурьевская область там. Ну, где это электростанция, ну, новая наша это. Ну, там самый, наверное, красивый костёл, по-моему. Ну, мне кажется, самый большой красивый. Тоже там недалеко отъехал от Гервят. В лес, ну, сколько вот так, может, 200 метров углубился. Сплю. Часа в 2 ночи. Такие крики, таких собак, такие. Думаю, ё-моё. Блин. А глухое место такое было. А не в курсе, когда там уже российские границы откроются? Вообще говорят, что тут, наверное, не скоро. Вообще, я знаю, что вот кто едет на машинах, или может, там, может, служил на командировке, там вроде бы можно. Вот с моего это предприятие ехали, но, правда, там они по рекламации, там, по продукции, они как бы ехали. А вот, наверное, на велосипеде кто-то, ну, там, пешком или так, наверное. А, не, ну я в курсе. Там же есть эта река Мерея течет. Через нее надо как-то перебраться. А какие там кладки, ну, что люди делают, ну, там, самовольно, они все или разбурили, или там дежурят, короче. Ну, парень из говорил, тоже на русский сообщил. Говорит, откуда ты мне партизану заехал? Там, говорит, через поле, ну, сейчас, говорит, там грязь, будет, не проедешь. Они же там прогоняли этот экскаватор, там все какие-то тропки, все сравняли там с землей, чтобы они не ездили. Тебе главное выехать, ну я спрашиваю, когда Смоленск, он говорит, тебе главное выехать из Ростова, чтобы, а там тоже машина трасса будет. Ну, очень мне нравится эта Смоленская область, она такая более, что ли, если сравнить наши все 6 областей, она такая более, что ли, дикая природа сама такая. Да. Там больше брошенных деревень такой. Не, там красивая природа. Вот Красненский район там был, я вот, ну только Красненский там. Был такой, как это называется, Монастырщина. А у меня, короче, я рашу здесь на питомнике работал год один, а попала такая от шиповника заноза. Вынял, все равно болит и все. А потом в ляды зашел туда, там, куда, фельдшерский пункт. Но мне вроде все нормально, вынули тебе. Все равно болит. Заехал я потом в эту Монастырщину в Россию. Захожу там, какая-то больница или что. Так зашел, так как этим. Наша Раша, типичная. Все разбито, все убито. А, ну, кстати, Смоленск, вот там, да, там, короче, ну, вот что там же город же, там расположен на 7 холмах, да, там, что там, если вот я с велорюкзаком был, ну, имею в виду велоштаны эти, да, так сложновато, там самую маленькую передачу переключаешься, так. Холмистые, очень холмистые, там, сам скорость, как будто пешком идешь. В Мозыре был, не, но Мозырь намного меньше, чем этот Смоленск, горки. Там, да, тоже гористая местность, да, конечно. Но со Смоленском ничто не сравнится. Я помню, был там, ну, как, на экскурсии еще со школы, а потом, знаешь, что время было, когда ездили в Смоленск, продавать там. Ну, я помню, Я первый раз, когда, вот, помню, у меня было путешествие по Беларуси, я подумал, да, как заеду в Смоленск. Мое первое впечатление, как я, там есть такая улица Каши, ну, возле ЖД вокзала, как будто там, вот недавно только Гитлер побывал. Убитые страшные дороги, там где-то по колено ямки. Я думаю, ничего себе, это одна из центральных площадей была. Я думаю, ничего себе, все обшарпанные вот эти дома там, ой, блин, короче. Возле домов лавочек нету, негде посидеть. Такие были впечатления. Так нет, город такой, по каким-то древним сооружениям, он, ну, есть что посмотреть, так красиво. Ну да, да, там есть что посмотреть. Так. Не, ну в центре как? В центре, в самом центре дороги нормальные, а вот имею в виду окраины, там вообще убийство. Ну это было, я говорю, когда, вот я последний раз ездил, когда в Москву, в Сорши. Ну я посмотрел Смоленское позерье, в Москве был 6 раз, уже говорю 6 раз, 6 дней. А там, так это было, два года назад. Тогда было вот так, сейчас не знаю как. На велике ехал в Москву?
А я, да, как, нет, сначала не в Москву, я сначала поехал в парк Смоленское Поозерье, там был дня, может быть, да, три дня, потом же поехал в Москву, там, в интернете, там раньше мне помогал один знакомый, там, по сайтам, я раньше, увлекался с этим строением. Так, в общем, он мне, говорит, я, говорит, только один живу, у меня жены нету, говорит, приезжай ко мне, я... Вот я хочу какой-нибудь весной, может, дня... Не знаю, там на 2, на 3, может, сколько, не знаю, поехать вот возле нас, вроде бы, кажется, это Дубровский район, есть тоже очень красивые эти и местные сама, и эти озера, а вот недалеко от границы, но это, там это Дубровский район, потом будет, не доезжая Бабинович, там вот, вот там очень красиво. Я там видео, фото посмотрел, обалденное. Жалко, что у нас в Беларуси нельзя купить руль. Хочу себе купить. Все-таки мне не то, что уговорили, так порекомендовали. Это, будет же у нас 11-11 этот, как называется, Всемирный день не шопинга, да, шопинга. На Алиэкспресс будут эти, скидки, да? Так, руль этот, как он называется, Джонс Бар. Ну, что-то все его хвалят, типа, один из лучших рулей в мире. Не, мне какая-то бабочка нравится. Я, сука, покупал за... то ли $12, а ездил в этом, вот был в Минске, когда покупал эту камеру, в этот Dragon Bike там, ну вот в Дикоморского рынка. Вот это там бабочки, они длиннее, во-первых, и дорогие. Цены, да, там, конечно. А ты где? На Алиэкспресс или где? Я заказываю, знаешь, у кого-то Мальпабай, в курсе, видел? Нет, там цены, я тебе скажу, дешевле, чем у нас в Беларуси. Но мне понравилось качество. Вот я купил себе вот на эту нрам, такие типа как штаны, только вот здесь, на спереди такие. Да такие, никто не сидит в Беларуси. Мне сказали, говорят, ты их поедешь, их, говорит, год, они у тебя, где-то примерно порвутся. Я уже езжу третий год, они как новенькие мне материал. Хотя я так довольно часто езжу в походы. Нет, у нас в Могилеве Мальпабай. Там девушка, Да. И вот они шьют, они на дому, там у них ИП, они вот, у них семья, так они вот и муж, и как бы жена, они. И он занимается там чертежами, и она там шьет, и он шьет, как бы. Да. Весной еще хуже тогда получается. Я говорю, ты там последний раз ездил, наверное, может быть, года, не знаю, там 4 или 5. У меня раз помню, правда, не кавказская, а это как такие черная собака, как называют, ротвейлер покусала. Конечно, чувства были обалденные. Я помню, это было, правда, еще я в школе учился, но на всю жизнь запомнил, боль адская. Она как бы не что-то, она раз укусила, она еще там колышматит, потом еще кусает не там в секунду, там еще там два раза или три. Как бы такие чувства были, на всю жизнь запомнились. Там же это лагерь Зорька, да, был вроде бы лифт? Или... Там это выкупили вроде бы его, там какие-то ИПшники, да, вроде бы мне говорили. Или что там так будет, я не знаю. Не, они все равно слышат, по-любому.
Я помню, зимой здесь на лыжах был, так только подъезжал, такие, вот здесь одна вроде бы, там несколько, да, вроде бы, не так вроде бы. Они потом, знаешь, бегут так до забора. Да. Четыре штуки. Да, как там, там дворец, я понимаю, там какой-нибудь был бы. Там, а то... Да, четыре стрелки. Где-то замок еще, блин, а как назло. Вон там что страшное будет. Там, да. Здесь там фигня, здесь фигня. Да, вот там направо, там и вот такой будет белый. Да, не да, там. Можно было съездить туда, знаешь, звезды, где звезды, такой обрыв там такой большой. А это мне был не раз, кстати. Вот такой лист красивый вообще. Вот такая высота. А, ты тоже лайк, да, был раньше или что там? Или что это, или что это? Там дача какая-то. А, дача. Все время. О, как я помню, ехал по Минской области, все время зорный. А как в Брасов еду, помню, тоже однажды. А были три деревни. Синяки, пьянцы, дубы и что-то еще какие-то там черты. Что ты подумал? Да. Да, пьянцы, синяки, дубы и что-то еще такие вот. Парень, ты приехал в Россию, ну, вот Париж, там Москве же, как раз давно. А может Париж, да, такой нет, древний, нет? А? Между прочим, про Париж древний, нет? Мы там ехали, там на улице бы-то торчило. Дерево торчило. Говорит, даже шкафка такие вот. Говорит, у нас там в России нет таких. Торчило. Торчки. И как этот звездный, это прямо или налево, как там? Ну, знаешь, прямо,
Ну давай, сейчас приготовимся. Спокойно, бля. Ну да. Пашка, а здесь не было, когда уехали? Не было. А вот здесь я постоянно, вот здесь я раньше видел, слышал. Я вот здесь косуль видел, 4 штуки. А, косуль здесь есть, да, я тоже видел, да. Вот самое интересное, что сколько я ездил, уже только 5 лет туризмом занимаюсь, а кабанов не видел, волков, медведей не видел, вот лис, да, видел. А вот кабанов почему-то не встречались, ни кабаны, ни волки, никто. Я помню, когда Браслов ехал, ну, доехал сначала до Лепеля на электричке, а потом уже своим ходом. И с Лепеля, ну, через Брянский заповедник еду, уже было так, немножко вечерело, а у меня что-то степи там, то ли, зеленая мне разорвала. И думаю, что делать там, ну, короче, одна скоростную систему сделался, ну, только еду. Еще только начинаю, только вечерить, там уже китовое в этом. Я думал, может остаться, ночевать там, да ну нахер. Там уже вой уже. А есть такие вот косули, кому я тебе видео скину, то у них такой вой, знаешь, как будто какой-то. Вот в Far Cry были вот такие вот, когда первый Far Cry был, ну, игра такая, да, такая там, такой вот, как их называется, знаете, чудовища таких, такой страшный, такой, как будто там какой-то, не знаю, там, то ли, не Змей Горыныч, такой, ну, вой страшный такой у них. Но это на самом деле косуль, какой-то вид такой. Ну, блин, это... Внизу вот там есть вот, не слышал, ты подвинул там, под обухово, белорусская эльба. Место такое, где останавливаются автостопщики. А нет, такое не слышал. Такое лесу место там, между Юрцем и Купой. Они там, ну там, кострище там. Ну ясно, ясно. Это сделано, так знаешь там. Ну и такой, я поехал туда посмотреть. Пока нашел там, как-то там сюда поехал. А, еду так тоже, такая вот дорога там возле поля. И вот здесь я видел косуль таких, знаешь, ну небольших такие, с белыми этими пятышками на жопе. А там такая, знаешь, темно-темно-коричневая, такая большая, безрубая, такая высокая. А потом такая волк убежал с дороги, убежал. А потом я поехал туда на Белорусскую эльбу уже, там оршицы течет, я подошел к оршице, и слышу, что кто-то шуршит. Я смотрю, там самец, знаешь, такой с рогами, красивый-красивый, такой темно-темно-коричневый. Такого никогда не видел, только по телевизору. И такие рожки такие небольшие, веточки. Красавец, кстати, в Мстиславле есть круглогодичный бесплатный зоопарк. Да, в Мстиславле. Вот я как только въезжаешь в него, это по левой стороне сразу. Там раз, куча зверей, там я уже не помню. Короче, много там. И главное, все бесплатно. Там они в клетках, все, ну как типа зоопарков. Мстиславле-то там это голубая хрыльница, нет? Нет. Это Мстиславле, это север этого Беларуси, ближе, короче, находится он ближе вот Латвия-Россия границы, туда где-то вот, что в том краю. Тоже вот было там за Кричи, которые съездили, это голубую границу тоже мы были. А вот в Кричи, кстати, в Кричи ни разу не был. Это там хорошо, что там вроде там смотреть нечего, не знаю, мне так говорили. Я тогда в город доехал, помню, съездил там, В город Кричу хотел рвануть. Ну, в город, как я был, это было лет 5 назад. Такой я тоже такой был, такой чистенький, красивенький город такой был. Ну, раньше, хороший. Я не знаю сейчас. Это был до 5 лет назад я ездил. Он уже уволился, как бы он там поработал, может, 2 месяца у нас. Ну, где там звезды, куда там, налево, направо, нам. Я точно не помню. Я знаю, есть такое звездное, где он? Зорный. Амбрывчик. Вот ты же Осмондом тоже пользуешься, да? А у меня есть и Осмонд, и Мапс.
Осмунд кушает много. Да, о, это вообще жесть. Я помню, поехал. Там, я смотрю, батарея уходит. А сколько такая мойка стоит сейчас примерно? А я покупал в ВКонтакте, там парень продает с Бреста. 5 рублей или 6. А это такая не очень вообще. А сумка тоже там или нет? А сумка сама тоже там покупал? Не, это я вот заказывал ее, мне шил парень. Ну, это трех вопрос под старенько, тут еще цепляется. Ну, мне на руль хватает, там мелочи положить. Знаешь, камеру, насос там. Звезды. Хорошее это место. Баран не хотел себе ставить, не пробовал. Что еще раз? Баран. А что-то мне как-то ну не знаю еще. Вилка такая, ну конечно, она дорогие. Нет, это я менял сам этот вынос, это китайский. У меня родной такой маленький, он такой именно на сколько градусов, наверное, 45 сюда смещен. Хорошо, показывает 4 километра. Давай попробуем. Просто я когда бежал там, я там через ров мне надо было ползти, там вообще там. Ну вот так я шел. Посмотри. Сейчас мне показывает, что-то не туда. Наверное, дальше. Туда, потом свернусь. Ну. Так, где это мы находимся? А, вот вижу. Видишь? Нет, все правильно, туда надо. Ну да, да. Сейчас это ярче. Потом направо. А сейчас доберемся. Там найдем то место. А что ж ты? 480 метров направо. Поехали. Когда-нибудь в Бобиновичах был там, но в лесу там, в районе. Там же, кстати, медведи водятся. А мне этот там, ну, раньше и работал, мой знакомый, говорит, ну, он шел, ну, у него бинокль, и раз реально видел именно вот в бинокль медведя. Я что-то, после этого я хотел там, ну, думаю, на стоянку, ну, в палатке остаться. Думаю, что так-то мне... Не, ну, там есть такое озеро, как оно называется, не помню уже. Ну, вот возле Бобинович, он такой, как бы... разделено, как бы, типа, ну, это не два озера, это одно, как рога такие, оно сужается в центре и в том обратно. Бобиновичи, которая по Горецкой? Не, это она идет, Бобиновичи, это вот, как это, Высокая, там чуда, и поехал туда дальше. Но там озеро, там, во-первых, стоянок куча красивых таких, и там рыбаков много, ну, лепт особенно. Там, конечно, и природа такая классная. Так я говорю, вот я вот не знал, я думал, здесь у нас местность неплохая будет, а вот Дубровинский район, вот, где Асинтор в районе, вот там, ну, не куча озер, там их столько, штук, наверное, 4 или 5, я не помню точно. И вот они, к ним, во-первых, подход хороший, где можно там и платку, там какие-нибудь шашлыки пожарить и так далее. И плюс там, ну, вот как-то, вот, ну, там красивая эта местность просто такая. Ну, я там ни разу не был, но я видел на видео, на фото. Выйти у нас в секонд-хенде, вот возле, ну, на кабинете, это Мода Макс. Там была такая, ну якобы, ну там не зимняя джерси, а такая, ну, утепленная, как бы, это зимой, ну, кислотно будет, не холодно. Но она стоила такая, ну, как новенькая там была. Думаю, ну, может, купить, померил, вроде нормально. Думаю, ладно, подожду там день-два, пока пойдет цена. Бах, ее разобрали, ее. А это у тебя на летний считается или осенний вообще? На летний? У меня такой грубый организм такой, да раньше такого не было. Как лето, вот раньше лето я любил. Сейчас солнце, у меня горы стечет, как будто, как говорится, с этого, со свиньи, там пот валит, полностью вся спина, спереди, все мокрое. А вот зимой мне нравится. Вот. Я вот сейчас не знаю, знаешь, вот не знаю, даже смотреть. Вроде ты, блядь, оденешься, потеть. Да. Еще оденешься. Я сейчас свитер одел, думаю, да, ну, думаю, не, думаю, а сейчас ехать хотя бы будет течься все, у меня сейчас вот уже, вот уже. Опа. Не, ну здесь я был, только вот там, ну только я здесь, ну там завернул налево, здесь он туда, там я даже не был.
А сколько вот вообще в среднем часов держит этот термос? Да. Да не знаю, смотри, какой, ну, как бы, работе день, до обеда у меня еще кипяток. Не, правда, купил, вот, почему спрашиваю, в копеечке. Я очень про, ну я обычно редко что беру, ну, не в этом дело, не про термос. В копеечке лежу какой-то термос дешевый, думаю, у меня, ну как бы, горло болело, думаю, на работе попью чая. 13 рублей взял, ну как он на обеде был, да, был теплый, а с работы, ну сколько там, в 5, это хоп, он уже почти, ну не, ну почти уже холодный. Да, ну где-то в 5, 5:30 он уже холодный. Вообще, я вот как я так научился, я сначала его прогреваю. А, ну да, это рекомендуется, да, вот. Да, он же прогретый был, да. Налил туда, он постоял так. Я думал, что ты потом закопчаешь. Тогда он более-менее дольше держит. У меня у сына, да, у него такой вообще не держит. Другой мне термос, он хороший, он держит кипяток. До обеда лучше кипяток. Не, до обеда мне тоже держал, но а вот часов 5, а пару вечера уже такой почти холодный был там. Ну, так тепла даже не чувствовалось. Ну, как типа комнатная температура. Сюда нет? Ну давай. Нет, сюда, да? Фух. Ну да. Это же звезды, нет? Нет, это не звезды. Вот. А звезды куда? Ой. Это вам сейчас нужно вернуться туда. Ну. Выехать на дорогу. Угу. Трассу, знаете? Да. И тоже прямо. И будет, я не знаю, сколько проехать. Ну, в ту сторону, правильно? Да, все правильно. Это Днепр там, и звезды будет в ту сторону. Но вам по трассе. Ну я. А так мы не свернули. А так мы не проедем. Нет. Ага. Во-первых, там Днепр. Начнем с этого. Ну да, да. Понимаете? В длину дороги, как таковой, здесь... Ну, ясно. Здесь дачная, ну, в общем, мы короче, просто вам... как-то раньше ездили, ну, там, через лес как-то там проезжали. По вот краю. Там, вот здесь лагерь, Ленок. Ну, да. Ну, может быть, по берегу Днепра что-то... Ну, я знаю, что, допустим, там он у нас уже не проедешь, по берегу Днепра. Там дальше не знаю, как. Ага. Ну, давай-то так. Ну, давай. Спасибо. Нам нужно вернуться. Ага. Спасибо. К самому краю едешь, вот я да. по Дубровник едешь, там же, знаешь, там узкая дорога. Ну знаю, я тоже ездил. Там вообще просто узко. Да. А он выезжает на встречку. Да. И я думаю, если бы я не свернул на бочку. Да, он бы сбил меня. Я думаю, да как ты что-то делаешь? Бля, вот это постоянно меня нервирует, бля. Ну подожди, сейчас проедешь, пойдешь, да. Да, нет уже, как будто там его там спешит так уже прямо уж. Я такой на обочину, раз, и вот так, где я ехал, там в районе. Так я, у меня такое вот, я когда ездил по М1, я в Москву, вот таких, наверное, раз 6 таких было. А вот смотри, едешь по М1, да, вот, когда вот это Минск-Москва. Вот до Смоленска, начинается Московская область, там Дорохово. После Дорохова сужается сама трасса, и вот и белой полосы ее вообще нету. То есть там идет, ну, как бы, она сужается. И там едешь, и там все узко, а фуры же едут так, что-то, ну, немножко стремновато, хотя я уже привык к этому. Все, все задают вопрос, а как ты едешь по трассам? Я говорю, с 12 или сколько, с 13 лет езжу, как-то привык, меня в жизни никто ни разу не сбивал, ничего. Ну, не знаю, может, мне везет или что. Но у меня никаких не было. Не кто-то еще есть такие сознательные водители. Ну ясно. Я в Москве ездил по. Выезжаю с этой с развилки Московская кольцевая дорога, так? И там такая вот белая линия, там не белая, там желтая, она такая широкая и очень скользкая. А был, короче, этот ливень. Я еду, думаю, ну, ради прикола, проеду по ней, еду. А потом, короче, у меня был груз еще сзади. Я с управлением не справился. Короче, меня занесло, ноги все у меня, короче, поцарапало. Заезжаю в поликлинику,
Ну и обращаюсь, ну даю паспорт, я говорю, может мне там как-нибудь колени перевязать, это, ну кровь течет, и не хочу, чтобы они... Ну ладно. Она говорит, посмотрела на мой паспорт, так, вы из Беларуси, а как вы сюда попали? Ну, говорю, на велосипеде. Так вы что, так вы же рецидивист, я говорю, в смысле? Говорит, а у вас есть это, ну, разрешение, говорю, ну тогда же было вообще, даже, кстати, паспорт не надо в то время, ну это лет 5 назад. Она такая говорит, да, я говорю, да. Начала считать, говорит, так, я не могу прочитать ваш белорусский алфавит, и здесь по-английскому, а здесь, говорит, на французском языке у вас, говорит. Блин, я там, я говорю, ну диктуйте вашу фамилию. Жесть, короче. Да, ну да, какой-то заводик, что это? А, вижу. Да. Там еще такой мостик вот деревянный, видишь? А, ну да, да, вот да. Оттуда я тебе говорю, такой вид классный. Поехали обратно. Туда. Ну давай, давай. Ты вообще, ты не был там никогда? А, нет, я вот туда вообще первый раз ездил. Там такая красота. Здесь я вообще никогда не был. Я думал, домой.